Гутрум. Когда Риф умирал, его утешала мысль, что он встретит Бога? Как ни странно, он был спокоен, будто смерть ничего не значила. Мы идем сквозь года и не можем насытиться. Убиваем, крадем, но нам все мало. Этой жизни всегда мало. Разве тебе не хочется знать, что там, за гранью, что-то есть? Не война и подвиги, но мир и покой. Думаю, люди просто хотят получить после смерти то, чего им не хватало при жизни. Я хочу одного — жить среди друзей, которых обрел. Вот что важно. Альфред заставил меня поклясться ему в верности перед крестом. Он так верил в эту безыскусную вещь. Крест обжигал мне руки, будто я достал его из огня. Сильное и странное чувство, но оно тут же прошло. Я впервые испытал такое. Что ты будешь делать? То, что должен. Отныне Англия мой дом, Эйвор. И я сделаю все, чтобы остаться здесь. Нужно вернуться к лебяжьей стати и рассказать, что стало с Хунвальдом. Пусть лучше она услышит это от меня. До встречи! Эйвор? Лебяжья стать мне... Нет. Прошу, не говори. Не надо, Эйвор. Нет. Мне очень жаль. О! Мой Хунвальд! Нет! Мой бедный лебедь! О, боги! Словами не исцелить раны сердца. Оставлю тебя в покое. Знай, что мы всегда рядом. Только позови. Новые карты. Дай я взгляну на того. Приходи чуть позже. Мне... До встречи, Эйвор.
Вот ты где. Тебе кое-что пришло. Странное послание. Мне пришло послание? Что в нем? В письме тебя просят отправиться на юго-запад, в деревню Атолни. Ну и что же в этом такого странного? Все дело в том, кто именно его отправил. Видишь ли, это никто иной, как бедный воин Христов. А, наш загадочный друг. Я немного надеялся, что имена новых целей нам отправляет Басим. Казалось, что это как раз в его духе. Есть лишь один способ узнать истину. Спасибо, Хайсум. Я этим займусь. Все в порядке? Да, здравствуй. Не хотел тебя мешать, но я тут ищу кое-кого. И кого, интересно? Я, честно сказать, не знаю. Вот потому и не найдешь никак. Но если хочешь, можешь тут посидеть. Спасибо. Божьи хлебцы. Ел их когда-нибудь? Да, ел. Очень вкусные. Куски маленькие, размером с кулак, пекутся быстро. Следи за ними. А масло?
Нужно их смазать? Не нужно. Начнем их есть, тогда и смажем. Я в предвкушении. Ладно, я тебя оставлю. Если понадоблюсь, я рядом мою посуду. Пристало ли лорду работать вот так? Как гость, я предложил им свою помощь в домашних делах. Мне дают кров, а я присматриваю за печеньем. Им, верно, неловко приказывать королю? Они не знают? Так будет лучше для всех, поверь. Твое послание. Ты немало постарался, чтобы прикинуться бедным воином Христовым. Помнится, в Винчестере даже сам себе прислал одно из таких писем. Весьма умно. Орден хотел меня убить. Пришлось скрываться. Ты тогда сказал, что не слышал про Орден. Сделал вид, что ничего не знаешь. Но знал про них все. Имена, планы. Не хочешь пройтись? Дела идут неплохо? Да. Войны закончились. Мое поселение процветает. Войны продолжаются. Вы лишь перестали сражаться. Но люди все так же плетут заговоры. Еще увидишь. А как ты, Альфред? Уже привык быть ничем не примечательным человеком? Вполне. Все куда лучше, чем я ожидал. В изгнании есть какой-то особый покой. Каждое утро у меня будет восход солнца или бакланий крик. Я умываюсь прохладной болотной водой, ем ягоды, пью из ведра. Славная жизнь. Простая. Чистая. Я не бывал здесь, на Западе. Какая безмятежность. Покой. Я прошел долгий путь, чтобы узнать одно, Альфред. Кто верховный магистр Ордена? Скажи своим друзьям, Англия очищена. Ты справился. Ты? Я не хотел быть верховным магистром. Титул стал моим после смерти брата. А он принял его от отца. Те, кто предал Божью любовь и благодать. Я правил ими. И презирал их. С помощью Гудвина я собирался уничтожить Орден изнутри. Но нашествие данов помешало мне. Один из этих данов уничтожил Орден. Ты норвежец, верно? Какой тонкий слух. Благодарю тебя, Эйвор. Вот, возьми это. Ключ от моего кабинета. Чтобы ты мог понять, как много сделал. Орден практически уничтожен, и я смогу создать нечто новое. Нечто, что заменит его. Всеобщий священный порядок. Во славу Господа и на благо людям. Глава его, бедный воин Христов. Ты спас Англию. Неважно, намеренно или нет. Позволь же Англии спасти тебя. Англии больше нет. Ты ее последний король. И тот без королевства. Оглядись. Промысел Божий чудесен. Он повсюду. Он в нас. Те, кто примет Бога, будут процветать. А те, кто отвергнет Его, исчезнут. Останешься в Англии, и когда-нибудь тебе придется подчиниться нам. А, чтоб тебя! Все сгорело. Ну и где он? Мальчишка, куда ты сбежал? Эх, похоже, придется мне всю ночь стирать белье. Не знаю, свидимся ли мы еще, Эйвор. Бог даст, да. И как два лорда, быть может. Я иду, госпожа. Я здесь. Альфред дал мне ключ от комнаты с записями. Она где-то в Винчестере.
стражи. Госпожа, простите, я замечтался. Ну ладно, пускай. Только... Thank you.
Поговорю с Хайсомом. Вот она, комната Альфреда. Какие секреты он там прячет? Какие-то бредни, не лучше нелепых идей Фулкия.
Может, я чего-то не понимаю? Эйвор, Басим нашел вас в Норвегии? Он сказал, что отправится к вам. Но ты уже здесь, а от него все нет вестей. Хайсом, это будет больно слышать, но в Норвегии Басим напал на нас. Хотел отомстить за какой-то наш проступок. Так значит, ты убил его сам? Мы с Сигурдом. Знаю, в такое сложно поверить. Не понимаю. Зачем ему так поступать? Он любил Сигурда, и тебя тоже. Я сам до сих пор теряюсь в догадках. Возможно, однажды мы сможем во всем разобраться. А пока скажу лишь, что мне жаль. Горм сдох за морями, в одиночестве и безвестности. Мастер Ордена отсечен, как ветка от усыхающего древа. Ты приближаешься к корням. Держи, Хайсом. Вот и все символы Ордена. Включая тот, что был у Альфреда. Альфреда? Бедный воин Христов навел тебя на его убежище? Да. Потому что они один человек. Наш бедный воин Христов и был великим магистром Ордена Древних. Он предал собственный орден? Поразительно. Не предал, а разгромил. Он ненавидел орден, так как был верен Христу и тому, что Альфред назвал всеобщим порядком. Он презирал титул и долг, которые унаследовал, и хотел от них избавиться. Превосходно. Значит, последний оплот Ордена уничтожен.
У него осталось только горстка сторонников. Слушай, Эйвор, теперь, когда ты узрел нашего врага и понял нашу цель, не хочешь вступить к нам? Стать одним из незримых? Ты этого добивался, Хайсом? Хотел устроить мне испытание огнем? Спасибо, но у нас разные цели. Крадо предписывает скрывать свои победы. Я же хочу, чтобы мое имя было у всех на устах. Если бы я раскрыл тебе тайны нашего кредо, ты взглянул бы на все иначе. Это, конечно, очень занимательно, но мне совершенно неинтересна жизнь, в которой больше нет места ни славе, ни чести. Но знай, я готов отдать жизнь за тех, кого люблю и кто любит меня в ответ. За всех, кто живет здесь, включая тебя. Я понимаю, Эйвор. Отлично понимаю. Эйвор, между нами. Я знал, что ты станешь чудным ярлом. Еще увидимся. До встречи, мой друг. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Все товары хороши, но этот особен. Тяжело отдавать, но я горжусь этой работой. Если хочешь, могу отдать тебе. Все, ничего. Мне уже пора. До встречи. В бою это пригодится.
Выбираться из воды. Останусь здесь, замерзну. Вода ледяная.
Осмотрись, Сюнин. Останься здесь, замерзну. Кровь стынет. Осмотрись вокруг. Покажи, что там впереди. Сюнин, разведай местность. Сюнин, укажи путь.
Что ты видишь, Сюнин? Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
ты видишь? Стань моими глазами, Сюнин. Thank you.
Thank you.